Всем привет! Меня зовут Марго. Сегодня я расскажу вам про паттерн МВВМ. Для начала давайте вспомним, каким был наш веб по повсеместного распространения разнообразных фреймворков и паттернов. Наш веб стоял на трех больших китах – HTML, CSS и JavaScript. Пока я готовилась к этому докладу, я написала небольшое приложение с использованием этих трех технологий. Давайте на него посмотрим. Структура моего приложения достаточно предсказуема. У меня есть файл для стиля style CSS, файл для разметки index.html и файл для кода script.js. Пускай мое приложение показывает список самых лучших цветов. Здесь я подключаю файл со стилями style CSS, файл с кодом script.js и создаю элемент списка, куда потом будут рендериться наши полученные серые цвета. Получилось пока вот так вот. В принципе, смотрится достаточно красиво. Едем дальше. После того, как я получила серые цвета, мне необходимо каким-то образом их отрендерить. Я сохраняю в константу листа элемент списка, который я нашла на странице, в константу colors сохраняю наши данные, и затем я для каждого цвета в цикле создаю лишку, которую заполняю нашим цветом и присоединяю к нашему списку. Если обратить внимание, мы здесь делаем действия разнообразного характера. Мы, во-первых, работаем с DOM, и те места, где мы работаем с DOM, я выделила зеленым. Также мы работаем с данными, эти места я выделила розовым. И есть места, где мы соединяем все воедино, такие места я выделила желтым. Получилось вот так вот. Давайте добавим input, чтобы наш пользователь мог вводить свой любимый цвет в список самых лучших цветов. Я добавила input в разметку JS, я на onBlur. Сохраняю в константу value значение нашего input, а затем я делаю два разнообразных по характеру действия. Во-первых, я складываю в константу colors наше новое значение. Во-вторых, я создаю новую лишку для нового цвета, заполняю значением из value и присоединяю к нашему списку. Два разнообразных действия, необходимые для синхронизации данных в массиве colors и в списке, который есть на странице. Получилось вот так вот. Едем дальше. Здесь я попробовала отрефакторить код, который у меня получился на предыдущих этапах. Функцию addItem я вынесла код, который добавляет новую лишку, и функцию addColor я вынесла код, который добавляет новый цвет. Если вспомнить мое цветовое кодирование, зеленый цвет для работы с DOM, розовый для работы с данными и желтый для того, чтобы соединить это воедино, можно заметить, что в целом код достаточно запутанный. То есть мы получили сложный и запутанный код. В сложности и запутанности этого кода легко убедиться, если попробовать с ним что-нибудь сделать. Например, здесь я решила отсортировать свои цвета по алфавиту. Я сохраняю в константу colorSorted отсортированные из оригинального массива colors цвета. Затем я в цикле ввожу их на экран. Но вот задача. Если оригинальный массив colors изменится, например, мы добавим еще один элемент при помощи нашего input, нам придется заново пересчитывать colorSorted и заново рендерить цвета на экран. Достаточно неудобно. Здесь я решила отформатировать свои цвета, чтобы вывести их через красивую точечку на экран. Но вот и задача, теперь у меня функция addItem завязана на конкретную реализацию конкретного форматирования. То есть, если я захочу вывести свои данные каким-то другим образом, мне придется писать функцию addItem2. Здесь я решила пронумеровать свои цвета, и нумерация имеет точно такие же недостатки, как и форматирование на предыдущем этапе. То есть функция addItem завязана на конкретную реализацию, что неудобно. Обработка ошибок была самым сложным кейсом, который я написала в данном случае. Для того, чтобы это сделать, я при перехвате ошибок создаю константу, то есть новый элемент, error-блок с новым дивчиком. Затем я присваиваю ему CSS-класс error, присваиваю текстовое содержимое с ошибкой. Затем я вставляю новый элемент на свою страницу, после чего удаляю наш список. Он же нам теперь не нужен, у нас уже данные не пришли, мы уже вводим ошибку. Также удаляю input, который не нужен.
в общем, очень много разнообразных действий, а главное, что если мы решим все-таки вывести какие-то данные, либо мы их получим с сервера, то нам придется делать все заново, что очень неудобно. И, в принципе, краткого взгляда на это все достаточно, чтобы понять, что код необходимо каким-то образом рефакторить. Но пока что непонятно как. И тут нам приходит на помощь паттерн MVVM. MVVM состоит из трех частей. Отображение view, модели, которая работает с данными, и ViewModel, который соединяет это все воедино. Таким образом, модель отвечает за данные, view отвечает за отображение, и модель и view могут обмениваться данными через ViewModel. Причем они могут обмениваться данными в оба конца. То есть как модель может обновлять view, так и view может обновлять модель. Я вам покажу несколько конкретных примеров реализации с использованием своего любимого фреймворка view. Здесь я показываю примеры с выводом списка на экран. Что я делаю в данных в скрипте? Здесь я получаю данные и просто сохраняю их в массив colors. В темплейте я в цикле увожу цвета на экран. То есть мне в скрипте не нужно создавать никакие лишки, не нужно ничего аппендить к списку на экран. Мое представление уже знает, что ему нужно вывести данные из массива colors. И то, как вывести эти данные, это забота представления, а не забота кода. Вспомним, как выглядел тот же код на JavaScript. По-моему, гораздо более сложен и запутанный. Здесь у меня пример с инпутом. Я связываю input с переменной new value, и когда я буду вводить данные в input, у меня переменная new value будет сама синхронизироваться с нашим input, потому что у меня будет представление обновлять модель. То есть мне не нужно будет вручную собирать данные из input, они появятся там самостоятельно. Функция addColor я просто беру и складываю новое значение в массив цветов. Дальнейший вывод массива цветов на экран — это уже не забота нашего кода, это забота представления, которая самостоятельно синхронизирует представление с данными. Тот же код на JS плюс HTML гораздо более сложен и запутанный. Сортировка. Здесь я вычисляю переменную colorSorted, которая сортирует данные из исходного массива colors. Плюс вычисляем переменную в том, что при изменении оригинального массива colors переменная пересчитается самостоятельно. В общем-то, на этом то, что я делаю в коде, все. В шаблоне я просто ввожу значение из массива colorSorted. При этом, если у меня обновляется модель, у меня при помощи связи также обновляется и мое представление. Очень удобно. Форматирование само по себе является заботой представления, а не заботой кода. Здесь в коде я описываю всего лишь логику форматирования, то есть как мне это нужно делать. А в шаблоне я просто прогоняю свои данные через фильтр. При этом с исходными данными у меня не происходит абсолютно ничего. Я могу написать еще 5 фильтров и вводить данные любыми способами, какими мне захочется. Нумерация делается еще гораздо проще, потому что представление, в принципе, само может знать, какое по индексу лишку оно выводит. Поэтому здесь в коде я не делаю вообще ничего. А в шаблоне я просто вывожу индекс лишки рядом с нашими данными, с нашими цветами. Если я перехватываю ошибку, то я просто сохраняю в переменную error текст ошибки, не удалось получить данные. В случае обработки ошибок. На этом работа в коде у меня опять же заканчивается. Представление на основе того, что какие данные у меня находятся примерно его, само определяет, что ему нужно показывать. Если ошибки нет, то он показывает список. Если ошибка есть, то будет показано сообщение с ошибкой. В общем-то, гораздо более удобно, чем каждый раз это все переделывать в коде вручную. Сейчас наш код разделен на данные представления, и, по-моему, это гораздо более удобно, чем исходный вариант с HTML, JS и CSS. Спасибо за внимание. Ваши вопросы?
Всем привет. Я хотела сначала познакомиться. Меня зовут Сабурова Дарья, я работаю в сети городских порталов, проще говоря, в НГС, и периодически выступаю в роли наставника в HTML-академии на базовом курсе верстки. И сегодня, в принципе, я хотела рассказать вам про мой опыт работы с lazy loading изображений. С чего все началось? Перед нами стала проблема. Очень долго грузится страница новостей. За счет большого количества запросов, и большая часть этих запросов была запросами за картинками, которые весили немало, ну и, собственно, их было очень много. Ну и, собственно, мы пошли искать решение. Решение наше оказалось довольно логичным. Мы решили подгружать изображение постепенно по мере того, как пользователь их увидит. И делать мы это решили с помощью замены атрибутов и отслеживанием этого всего при помощи Intersection Observer API. Intersection Observer — это API, позволяющая отследить, попал ваш элемент в поле видимости вашего какого-то корневого элемента или родительского, или еще какого-либо. Собственно, ссылки все есть, QR-коды на них. Можете по-быстрому загуглить, если интересно. Ну и, собственно, поддержка. Ну, она такая. Нормально. Ну, собственно, есть полифил, который очень выручает, если вам нужно поддерживать старые браузеры или мобильные браузеры. Все ссылки, опять же, есть на слайде. Ну, собственно, перейдем сразу к коду. Почему тянуть? Первым шагом нам нужно подправить немножко нашу верстку. У нас есть какая-то сетка, есть элемент сетки, в котором лежит изображение, и здесь мы делаем подмену атрибутов как раз-таки. Мы используем этот атрибут как временное хранилище ссылки на нашего изображения. Что такое дата-атрибут? Также есть ссылка на слайде. Ну и вторым шагом мы идем в наш замечательный JavaScript, где для каждого элемента мы, по сути, будем создавать обсервер. Ну и в данном коде, по сути, показано, что если у нас не поддерживается Intersection Observer, мы просто загружаем картиночки. Если же поддерживается, то мы для каждого элемента будем создавать свой обсервер, который будет следить за нами. Перейдем к функции, которая загружает картиночку. Здесь достаточно все просто. Мы в нашем элементе, в данном случае это были grid item, находим изображение, подписываемся на событие load, которое скажет, что изображение загрузилось, и мы навешиваем на наш элемент класс, который отобразит нашу картиночку красиво так и прекрасно. Вот. Ну и, собственно, если случилась какая-то ошибка, мы выведем просто ошибку, и, собственно, мы заменяем наш дата-атрибут на обычный src, что позволяет нам инициализировать загрузку изображения и отслеживать уже события загрузки. Ну и самое интересное — это функция, которая создает обсервер. Я надеюсь, ей видно. Ладно. Чтобы создать Intersection Observer, нам нужны options описать, в котором мы описываем корневой элемент, в качестве которого выступает документ в данном случае, потому что мы передаем null. Это означает, что мы в качестве отслеживаемого родителя, как-то так, используем документ. Можно передать туда элемент, который вам нужно использовать. А threshold — это процентное соотношение, в каком как бы насколько сильно должен пересечься ваш элемент, чтобы начать с ним что-то делать. То есть он там может полностью попасть в поле зрения, или там наполовину, или только-только вот начаться где-то там. Ну и, собственно, сам обсервер. Мы создаем объект, Intersection Observer, в который передаем callback.
и наши options. Callback у нас принимает два аргумента. Это entries, это объект intersection observer entries, в котором находится куча каких-то штучек, которые, по сути, имеют свойство is interesting, которое означает, что ваш элемент попал или не попал в необходимую нам область видимости. И если он попадает, мы начинаем вызываем нашу загрузку изображения и отписываемся от элемента, чтобы не тратить лишний ресурс. Ну и как это работает? Это закрыть. Ну, вот как-то так это работает. То есть мы прокручиваем, и что-то загружается. Слишком быстро. Давайте сделаем slow. Прот. Не фапается. Как? О, что-то появилось. Это... Да я... Network online. Fast Ridge давайте. Это да. Ну, собственно, здесь получше. Здесь мне навешаны стили, которые перекрываются, когда мы загрузим картиночку. О, все очень плохо. А, наверное, не прогрузилась или очень кривая гифка. Ну вот, в общем, как-то вот так странно это все работает. Но, по крайней мере, запросов у нас уходит не сразу все 100 штук, а постепенная загрузка. Ну, в общем, как мы и хотели. Вот. Но, согласитесь, выглядит довольно как-то неказисто, некрасиво, не впечатляюще. А давайте немножечко подправим наш код. Мы будем теперь загружать две картинки. Будем загружать очень маленькую и будем загружать, собственно, наше оригинальное изображение. А, в принципе, принцип один и тот же. Мы дата-атрибуты пропихиваем URL до картинки и навешиваем класс. Ну и нужно дописать нашу функцию загрузки изображения. Мы теперь будем отслеживать загрузку двух элементов, то есть small image, large image. И опять же навешиваем стили. Только для маленькой картинки мы будем навешивать класс loaded, чтобы отобразить только его. Вот. И когда у нас загрузится большое изображение, мы будем маленькое изображение прятать. Как-то так. А, ну и как это работает, опять же. Давайте опять сразу этот TTG включим. А можно я вот так сделаю? Да. Нет, 3G это слишком. Хотя сначала у нас загружаются маленькие изображения, качество плохое, но зато уже какой-то обратный фидбэк для пользователя есть. И начинает. Нет, не начинает. Еще слишком медленный интернет. Да, я выбрала слово 3G. Я потерялась, как тут что включить.
Ну да, уже стало получше. Ну, собственно, как-то так. Я не вижу мышку опять. Вверх вот так. А, да. Ну. В общем, как-то так оно работает. Я надеюсь, это очень красивенько. Ну, здесь не так много изображений в моем приложении, но тем не менее. Это намного лучше, если бы мы грузили все 100 картинок сразу. Ну и, собственно, что по выводам. Мы сделали однозначно это как бы получше. То есть мы загружаем не сразу 100 картинок, мы загружаем постепенно, только те, которые видит пользователь. Если он не будет прокручивать ни страницу, он не будет загружать то, что он не увидит, то, что ему совершенно не нужно. Ну, по сути, на этом все. Спасибо за внимание. Здесь ссылочки на презентацию демо, там ВКонтакте. Вот как-то так. Меня зовут Даниил. Сегодня я расскажу, что я знаю про Stylint. Изначально написал, что я расскажу все, что я знаю про Stylint. Но вам все знать не обязательно. Я постараюсь рассказать те вещи, которые сподвигнут вас использовать этот инструмент. Или если вы его уже используете, то я хочу, чтобы вы начали использовать его во всю его мощь. Итак, Stylint, как и любой другой линтер, помогает нам писать код проекта в едином стиле. Также помогает нам избегать некоторых ошибок. К примеру, помогает избегать опечаток. Stylint, в отличие от своих собратьев ESLint и TSLint, которые созданы каждый под свой язык, Stylint, в отличие от них, поддерживает из коробки большинство pre- и постпроцессоров. Также с помощью так называемых процессоров, которые можно подключить к Stylint, можно линтить стили в JS, так называемые CSS and JS, можно линтить стили в HTML разметки и так далее. Если в вашей организации много проектов, в которых нужно писать код в едином стиле, то советую вам создать для своей организации единый Stylint конфиг, который можно распространять в виде NPM пакета. И если у вас в компании много проектов, и эти проекты используют разные технологии для написания стилей, допустим, там где-то используется CSS, где-то CSS and JS и так далее, то вам не обязательно под каждую технологию создавать отдельный конфиг. Вы просто это можете сделать в рамках одного NPM пакета и вот таким вот образом просто подключать конфиг для нужной технологии. Stylint имеет из коробки множество полезных правил для проверки кода, но этот список можно расширить еще больше, более полезными правилами с помощью плагинов. Итак, сейчас я вам расскажу про несколько плагинов, для того, чтобы у вас появилось понятие, какого рода плагины вообще существуют для Stylint. Первый плагин, про который я расскажу, это плагин с очень длинным названием Stylint No Unsupported Browser Features. Этот плагин проверяет, поддерживается ли какое-либо свойство браузерами, которые вы указали в конфиге. Вот пример конфига. Под капотом этот плагин использует такой пакет, как Browsers List. Надеюсь, многие из вас с ним знакомы. Соответственно, как и для Browsers List, вы можете писать своеобразные запросы, query,
под которые должны или не должны подходить определенные браузеры. Соответственно, вот к примеру, под это query подходит Internet Explorer 8. И как вот показано здесь на примере, вам линтер скажет, что флексбоксы в Internet Explorer 8 не поддерживаются. Соответственно, вам нужно либо наконец-таки дропнуть Internet Explorer 8, либо писать код как-то по-другому. Далее. Плагин, тоже с некоротеньким названием, Stalint High Performance Animation, проверяет, какие анимации вы делаете, точнее как. Быстрые или медленные. Соответственно, вот тут пример того, как делать нельзя. Нельзя анимировать маржины, нельзя анимировать позиционирование топ, left и так далее. Точнее, можно, но вообще никак не рекомендуется. Если вам непонятно, почему так делать нельзя, давайте поговорим об этом после выступления. Я и, надеюсь, еще кто-нибудь вам расскажет, почему так делать нельзя. Далее. Плагин Stalint Accessibility. Этот плагин содержит правила, которые помогут сделать ваш сайт более доступным. Есть такие правила, как no display known, no outline known и так далее. Эти правила помогут вам сделать ваш сайт более дружелюбен для людей с ограниченными возможностями, для того, чтобы такая программа, как ScreenReader, могла корректно работать с вашим сайтом. Но доступность — это не только про людей с ограниченными возможностями. Есть правила, которые в принципе помогут вам сделать ваш сайт лучше. Допустим, есть правило font size is readable, то есть линтер вам не позволит вам сделать настолько маленький шрифт, что его вообще никто не размер шрифта, что никто его не сможет увидеть. Также есть вот, к примеру, правило media prefers reduce motion. Ну, расскажу немножко поподробнее про него. Есть такой медиа-запрос в CSS. Вот у вас есть телефон, он разряжается, вы включили режим экономного энергопотребления. Соответственно, браузер об этом знает, и вот есть медиа-квери, и вы можете написать в стиле, что если устройство в режиме экономии энергии, вы на своем сайте отключаете анимации, чтобы не жрать батарею. Соответственно, это свойство проверяет, хороший вы человек или заставляете жрать электроэнергию. Идем дальше. Плагин Stalint Order. Когда-то правило для сортировки свойств в стилях было встроено в Stalint. Но сейчас это отдельный плагин. Вот. И, в принципе, он особо ничем не интересен. Но все, к чему я это все говорю. Я специально статистику не собирал, но вот люди, которые говорили, что у них в проекте как-то сортируются правила в CSS, они говорили, что у них это делается по алфавиту. Так вот, когда дело касается кода, я за сортировку по смыслу. И для сортировки по смыслу CSS-свойств есть такая вещь, как Concentric CSS. Идея Concentric CSS заключается в том, что свойства сортируются, как бы полагаясь на box model. То есть свойства идут вот снаружи бокса внутрь, к центру. Есть, можно сказать, каноничный репозиторий со списком свойств, с полным, в каком порядке их нужно писать. Но он, к сожалению, не поддерживается. К примеру, там
нету сейчас гридов, но на гриды есть pull request, вот этот репозиторий, который никто не принимает. Вот. И вот в этом репозитории есть такой коротенький ознакомительный вариант. Сейчас давайте по нему пройдемся, чтобы вы как бы понимали, о чем идет речь. Сначала идут свойства, которые отвечают за положение, то есть display, position, float, clear и так далее. Дальше идут свойства, отвечающие за отображение, то, как блок отображается. Дальше, собственно, вот прям вот как вот box-model есть, так и идет. Margin, outline, border, background, padding и так далее. Потом у нас идет описание размеров, там overflow еще. И в самом конце логично все, что касается контента блока, цвет, текст, шрифт и так далее. У меня есть свой stylint config. Его прям использовать я призывать не буду, но вы его можете вполне себе взять как за основу своего конфига. Также в этом моем репозитории есть более актуальный список концепций CSS. И вот, кстати, вот тот вот самый stylint order плагин позволяет сделать так, что можно настроить свой кастомный порядок свойств. Собственно, я это и сделал в своем репозитории. Пожалуйста, можете закругляться. Дальше. Конечно же, вы можете, скорее всего, даже должны включить проверку стилей в свой CI-процесс, но лучше, когда плохой код в репозитории вообще не попадает. И в этом вам поможет такая штука, как lint staged вместе с пакетом, который может прикручивать запуск скриптов для гит-хуков. В данном случае это пакет Husky. Так вот, после того, как мы настроим пакет lint staged, то есть мы к нему передаваем файлы, которые нужно обрабатывать, чем обрабатывать, ну и там обязательно нужно добавить git-add. И через пакет Husky мы прикрепляем хук перед коммитом, чтобы все это дело запускалось. И того, что мы получим в результате перед коммитом, будет, точнее, когда мы делаем git-commit что-то, будет запущен линтинг наших стилей, но только для тех файлов, которые изменились по сравнению с предыдущим коммитом. Потому что в больших проектах много стилей, и все проверять на каждом коммите — это нецелесообразно. Вот, соответственно, перед коммитом. Если линтинг не прошел, то коммит нам или lint staged сделать не даст. Потому что ай-яй-яй. Также большинство линтеров поддерживают исправление кода. Как правило, это делается с помощью параметра fix. Stylint не исключение. Соответственно, если мы сюда вот добавляем параметр fix, то перед коммитом будет произведена не только проверка, но еще и fix некоторых вещей, которые линтер может сделать. Соответственно, где-то разработчик может полениться и положиться на то, что линтер все исправит за него. Все, конец.